хотел что-нибудь из этих поставить. Канайола от Трансоло, тосканский. Это вообще супер редкая вещь. Верментина Неро, красный верментина. А когда в 2014 году я учился в Нотрию, у Саши Рассадкина, он говорил, что, ну, говорил про этот сорт и говорил, что вы его никогда не попробуете. Ну, вот. Я даже не слышал про него, честно говоря. Полтора человека делают во всем мире, в общем. Он прям красный изначально. Это верментина, который как будто мутировал. Ну вот, насколько я в материале. А, опять же, я слушал про это в 2014 году, и за это время могло пройти исследование и так далее. И... Нет, ну раз написали верментина, значит нормально. Ну да, да. Типа, у меня вот такая информация. Mm-hmm. Что еще есть? Кик Франкаш, он же Блау Франкиш из Венгрии. За, ну, как бы, смешные денежки. Что еще из такого необычного? Вот это вот суперская вещь. А, сейчас Я пробовал, рислинг. Да, рислинг из Ланге. Сейчас у нас стоит даже в баре, я как раз с Игорем познакомился с этой штукой. Я на винном складе же немножечко работаю, поэтому этот, знакомые некоторые. Примосич вон. Да, Примосич, прям савиньон потрясающий. Кстати, про савиньон есть интересная штука Цирингем. Словения. А, это... да, тоже пробовал. Отличная вещь. Знаешь, кто-то говорит, в этом на вина говорил, что это типа бульон пельмешки, а я что-то такого там не заметил. Ну, он просто не очень савиньонистый, что круто. А, пойдем покажу еще одну штуку суперскую. Это не было от Жетона. Второй винтаж, первый был в 2008. И этот 2016-й Сансер и Пьюфиме. Выдержка частичная, скорее всего, в бочке. Ферментация 100% бочковая. Вино просто, ну, савиньоном тут толком и не пахнет. Это что-то большее. Знаешь, что меня связывает с этой этикеткой? Я в Гениле работал, и как раз сегодня сейчас прислал директору, ну, бывшему уже, эту фотку. Говорю, он тоже делает так. Он говорит, мой лучший космос. Много кто делает космос. В России ребята кто-то делает вот похожее что-то. В общем, ну, а так, в принципе, шиноны наши. Жан-Мари Сарафо, мастер спорта по шинонам. Это Каберне Фран, да? Да, Каберне Фран, 2002, 2005, 99. При этом я пробовал 2004, который закончился буквально 2 года назад. Кислотности было, я вслепую сказал, ну 16-й год. Офигеть. То есть там кислотность, он структура, да? Все. Я бы не сказал, он достаточно пино-нуаристый. Ну, в этом возрасте тут, скорее всего, и грибы, и вот эта вся история пойдет уже. Не знаю, вот 3 бутылки 99-го осталось. Просто, ну, класс. И главное, что 99-й дешевле, чем 2002-й. А это другая линеечка. А, я так и понял. Это Лепи, это его интересное. Клодизор, а, это монополь. Слушай, я пробовал 2016-й. Я один на слепой дегустации сказал, что это Каберне Фран. И то, потому что все остальные перебрали другие эти. Потому что он так очень по лайту сделан, на пинуарде. Он, да, он пинонуарист, и у нас из жирненьких вот от Шато Дюйро есть помощнее. А остальное такое в пинонуаристом стиле. Ну, у нас такое. Ой, вот это все хочу попробовать, но ценник у него растет просто. Последняя бутылка. 12 300. Последний... Слушай, а еще красный же есть. Да, красного нет. А мы... чем он так знаменит-то, кроме этикетки? Ну, на самом-то деле, это, насколько я помню, первое, что произошло вообще на юге Франции, как бы, из качественного. Мы открыли буквально недели полторы в Саро, ну, в Саро бутылочку его. И... Ну, это сложно, это ни на что не похоже. Немножко, может быть, в белое бордо подумалось бы вслепую, но... То есть там тоже с бочкой, да, работает? Конечно, конечно, конечно. Ну, тут даже... 14-й год, тут уже не столько бочка, сколько третичка пошла, да. Вторичка уже так. Bad Boy. Белый, кстати, не видел. Шардон, а бабу-укладчик. 15,5. Он со сластинкой, нет? Со сластинкой, в цвете он почти изумрудный, как будто бы, а в ароматике куча бочки, то есть непонятно. Мы открыли бокал вина и большого... А сколько там алкоголя? 15,5.
теперь все ясно. Я говорю, меня с бокала сносит просто. Слушай, надо попробовать. Мне красный очень нравится. Красное, да. И от него, не знаю, видел ты, нет, есть еще креманчик бордоский, Bad Girl. Прикольно. Он раньше был винтажный. И 250, недорого, в принципе. Да, да, сейчас вот non-vintage. Кава вот это очень хорошо шла, да? Для Видалькам, да, это же Равентос. Только проект такой без, как сказать, для себя. Рикареда песня. У нас сейчас половину забрали, осталась база Розе, но... А такие шоу мы так долго. А, ну, так и все. Ну, значит, ну еще как-нибудь вернемся, потому что очень много чего интересного у вас. Welcome. Да.